Здравствуйте, меня зовут Анна. Давайте перейдем к прогнозу погоды на 21 марта. В столице Алтайского края ночью минус 6, днем плюс 4. В Белокурихе ночью минус 2, днем плюс 5. В Горно-Алтайске в ночное время суток около 0 градусов, днем плюс 6. Расскажу об ожидаемой погоде в нашем городе. В Бийске ясно, ветер переменных направлений. Ночью минус 3, минус 5, днем плюс 4, плюс 6. Желаю вам хорошего настроения и успехов во всех начинаниях.